Мир всем, всем доброго здоровья. В деревне Физра приобретает совсем другой смысл. Это не просто качание мышц с крутыми тренажерами. Вот. У нас тут тренажеры попроще, правда, но зато у нас все с пользой дела. Вот, например, колем дрова, собираем. Кстати, это последняя кучка, которая у меня тут осталась, ну, чтобы в зиму уже под снег не уходить. Решили сегодня прекраснейший денек на улице, слава богу, ноябрь прям. Я говорю, каждый год у нас зима по-разному приходит. Вот в этом году как-то она вот так приходит, так мягко-мягко, как-то снежок выпал. И погодка-то минус вообще небольшой, а днем и того плюс. Все с крыш капает, на крышах вон вообще ничего нету. Ну и кое-где вон земля даже вон видно. Вот, слава богу. А дровишки, почему с пользой дела, ну понятное дело, печку будем топить, в данном случае березовую, это для русской печи. Вот, если, например, для такой печи у нас там вон куча всякого хлама было, мы почти что весь перепилили, пилим уже, какой год уже, пилим, старые сарайки разбирали, вот, то, ну, там гвоздатые всякие с гвоздями, их мы не используем, понятно, для русской печи, вот, березовые дровишки. Вот самый тяжелый тут момент, такая березовая чурка была, вон она, корявая. Я сейчас ее что сделал? Распилил на две части, вот, чтобы она поменьше была. Сейчас попробую поколоть, насколько сил хватит. Если нет, еще попилю. И такими крупными этими тоже все добро будет, все пойдет в пользу. Ну все, трудитесь во славу Божию. Всем силы.